Приветствую, жители интернета, с вами дядя Лёша, и мы продолжаем играть Five Nights at Freddy, Five Nights at Freddy 2. И я тут немножко приболел, и если я буду нести бред, то списывайте это все на то, что я болен. Не, ну, они действительно стали намного более милыми. Прямо они какие-то не страшные, но... Не страшные, да, я знаю, как я орал в первой части прохождения, но все-таки какие-то они прям кваии и все такое. Вот, Фокси, да. Вали отсюда, на тебя надо фонариком светить, да? Ну, я свечу, и чё? Так, ты тут, ты... А это чё за херня там была? Нет, нет, ребят, у меня времени не хватает на все. Тихо, тихо. Так, маску одевай. Ну, где вы там все? Давайте, ребята! Ну, ребята, 2 часа осталось. Не надо так делать. Не надо меня сейчас сливать. Заяц, ну вылезай. Во, заяц вылез. Все, отлично. Так, заяц вылез. Окей, Фредди еще тут. Так, заряжаем. 1% или одна палка зарядки осталась. Фредди, ты дурак. Когда ты свалишь отсюда? Ты мне не нравишься. 5 часов, у меня 1% зарядки. Твою мать, нельзя так сливаться. Нет. Фредди, давай! Yes! Опять? Да ты дурак! Давай! Сделай это! Это я. Наверху было написано «Это я». У меня аж мурашки пошли. Я где-то читал, что с третьей ночи возвращаются старые аниматроны. И судя по всему, это будет самая хардкорная ночь. Ну, не самая. Ну, из тех, которые мы прошли, это будет самая хардкорная. Ну, это понятно, потому что... Не знаю, говорил я это или нет, но маску нельзя одевать, когда вот там стоит Фокси, потому что в таком случае она точно на тебя накинется, поскольку... Что за хуйня? Бонни! Братан! Как я скучал по тебе! Братуха! А, да, старые... А, нет, Иллин. Вот это мне вообще не нравится! Чего у вас так много там? Фу! Фу! У нас 1% зарядки. Ну не, пусть. В общем, вы поняли, о чем я. Одна палка зарядки. И еще 3 часа. А это значит, что мы обосрались. Ну, я обосрался. Потому что с одним я точно не выживу. Я вот не понимаю теперь сути. Жолик, не воруй! Ну, кажется, я более-менее начал разбираться, как мне делать и что куда нажимать. И вот опять Бонни появился. А вот с Бонни что делать, я понятия не имею. Маску я надевал. Не помогло. Хотя в прошлый раз я и с Фредди надевал маску. И тоже это один раз помогло, один раз не помогло. Так что это, видимо, рандом какой-то или что-то типа того. Фредди? Старый Фредди? Ты что тут забыл? Мне... А, все, у нас опять 1% зарядки и 3 часа утра. Мы опять обосрались. Не надо! Нет! 5 часов, пожалуйста! Не убивайте меня! Пожалуйста!
Фокси, отстань от меня, я на тебя всю зарядку потратил. Ой-ой, эта штука начала моргать. Давай! Ну! Давай! Чёрт! Маску одень! Не надо, нет! Да твою мать, сука! Блядь! Что ж, на этом мне придется закончить. Да, это моя вина, я облажался, но... Все-таки надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь и прокомментируйте, расскажите друзьям. С вами был дядя Леша. До новых встреч! Задумала, да? Кино. Ты в меня пальцем собралась стрелять?